Всенародный референдум по поправкам в Конституцию страны перенесен на июнь из-за ситуации с коронавирусом. Общественники, политологи и экономисты активно обсуждают изменения и то, как они отразятся на жизни россиян. Ректор Университета народного хозяйства Яхья Бучаев считает, что новые поправки в Конституцию носят социально ориентированный характер. Они носят в большей своей части социально ориентированный характер. И поэтому это еще раз укрепляет статус нашего государства как социально ориентированного государства, что в современных условиях очень важно. И, конечно, большинство населения нашей страны, как показала вот и практика поддержки региональными парламентами, поддерживают данные поправки в Конституцию. Я призываю всех, когда будет объявлен этот день после вот всех мероприятий, связанных с карантином, прийти и выразить свою позицию, поддержать эти поправки в Конституцию.